Плотный слой листьев вперемешку с грязью. Такое покрытие на стоянке для автомобилей. Ковер из листьев и на проезжей части. Несмотря на то, что вся территория курорта разграничена и за каждый участок отвечает определенная управляющая компания, по поводу уборки этой парковки в 12-м микрорайоне пока только споры. Хотя территория закреплена за управляющей компанией управления домами. Но убирать они ее не собираются. Я еще раз говорю, мы 5 лет здесь не убирали и убирать не будем. Почему? Потому что это территория вот этого дома. Специалисты управляющей компании подали документы на пересмотр границ территории, за которые они отвечают. Бумаги официально не подписаны, проект границ не изменен. Но сотрудники управляющей компании на всякий случай по-прежнему не убирают дворовую территорию. Дом 17, вот дом 16, вот дом 45. Вот границы до деревьев как раз есть. И вот он забор. Вот это, по вот этот забор, это ваша территория. Специалисты управления муниципального контроля возбудили административное производство в отношении должностного лица директора предприятия, подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа.